Конец 2022 года. На международном автомобильном пропускном пункте в Забайкальске транспортный коллапс. Стоимость за проезд в Китае достигла 300 тысяч рублей. Проблему с очередью из больших грузов пришлось решать силовым методом. Были задержаны местные политики, спортсмены, волонтеры и даже бывшие сотрудники полиции. ОПГ, которая нажила огромное состояние на нерешаемой никем ситуации, перестала существовать. Ввели электронную очередь. По май 2024 года все шло тихо. Сегодня с очередями, уже электронными, ситуация выходит из-под контроля. Сейчас на данный момент ситуация такая. Собственники записаться в очередь сами не могут. Очередь открывается только в 6 часов вечера по Забайкальскому краю. Есть хакеры, которые прямо в группах по перевозкам МАП Забайкальск предлагают в открытую свои услуги по записи в эту электронную очередь. Чтобы туда записаться, естественно, собственники должны дать логин и пароль от своих кабинетов, потому что, ну, по-другому ты не запишешься. Вот. И стоимость этой услуги сначала была 2000, 5000, на данный момент она составляет 10 тысяч. С появлением электронной очереди появились и боты, алгоритмы и функционал которых настроен на то, чтобы зарезервировать слот в очереди с дальнейшей целью продажи этой самой очереди. Как объясняет Росгранстрой, сама система на сегодняшний день перегружена. Вот до 25-го было 268 мест, сейчас принято решение постепенно увеличивать и к 8 мая выйти на 360 мест в сутки. К 8 мая это следующего года? К 8 августа. К 8 августа. К 8 августа должна быть система увеличить ее пропускная способность до 360. Но, как и заявляет Росгранстрой, люди ответственные за работу этой очереди, она на сегодняшний день перегружена, эта система. Вот даже будет 360 мест, а заявок в сутки пытается регистрироваться около 1000. То есть она все равно не решает эту проблему. И, значит, получила, так сказать, развитие такая вот проблема, что боты, так называемые, то есть программные там какой-то разработки умельцев, программистов, они там идут в борьбу за доли секунды, чтобы успеть зарегистрироваться. Поэтому сама регистрация длится где-то порядка 15-16 минут, а то и того меньше, несколько минут. И фактически очереди кончаются. И люди не могут записаться. Тем более, сами понимаете, у людей совершенно разные могут быть уровни подготовленности в работе с электроникой. И те люди, которые попроще, просто не могут. Тем более, появились сейчас объявления о перепродаже этих очередей. Это вот есть такие вот добросовестные люди, которые хотят заработать на этом деле. И заработать получается. Так перевозчики сами предоставляют все данные от личного кабинета, чтобы записали в очередь машину. И все, перевозчик на крючке. Больше самому попасть в очередь становится практически невозможно. Но фишка какая, что мы, как собственники, можем зайти в 6 часов вечера и успеть записаться. Но так как уже был логин и пароль им дан, когда они всю эту тему замутили, то они имеют доступ к этим кабинетам. И они эти очереди отменяют и ставят те машины, которые обращаются к ним за деньги. Помогите, пожалуйста. Это, скорее всего, на федеральном уровне, потому что электронная очередь – это прям создана специальным Росгранстрой, к ней имеет отношение. И мы так понимаем, что здесь завязана коррупция на очень высоком уровне. Мы простые, люди, которые работают. Мы не можем эту ситуацию изменить, потому что попали в ловушку. Помогите, пожалуйста. Можем связаться, показать. У нас есть скрины, записи, и отмены. Отменяли не мы. Сейчас по изложенным фактам ведется проверка.
Ситуация может поменяться в сентябре, когда в электронную очередь можно будет зарегистрироваться через госуслуги. Сейчас на одну учетную запись введено ограничение не более 3 активных авторизаций. Однако остается проблема, что зарегистрированные транспортные средства в очереди не синхронизированы с реестром. То есть фактически сложно выяснить, кто встал в очередь – бот или добросовестный перевозчик. Систему мониторинга как в Республике Крым и Херсонской области только планируют ввести на МАП Забайкальск. Вячеслав Барнинский, Ирина Тимофеева и Иван Корнев. ЗавТВ.